Шокирующую сцену довелось наблюдать десяткам жителей мексиканского городка Уруапан. Тела семерых мужчин со следами колото-резанных и огнестрельных ранений были выставлены на всеобщее обозрение ранним утром на газоне в самом центре населенного пункта. При этом преступникам явно было недостаточно просто лишить жизни своих жертв. Они устроили настоящую инсталляцию, усадив их в пластиковые кресла. Бумажные плакаты, обнаруженные на месте происшествия, сообщают, что такая участь ждет, цитирую, всех грабителей, воров, похитителей машин, насильников и вымогателей. При этом, по словам полицейских, установивших личности большинства погибших, нет прямых доказательств того, что убитые каким-либо образом связаны с преступным миром. Это уличные автомойщики, разнорабочий, резчик по дереву. Добавлю, что подобные массовые расправы в Мексике не редкость, и в большинстве случаев к таким акциям причастна наркомафия.